Привет, мои хорошие, как у вас дела? Меня зовут Кристина, и сегодня решила позаботиться о вашем здоровье и показать вам рецепты вкусных, а главное полезных перекусов в школу, которые помогут тебе питаться сбалансированно, а главное уберегут от срывов на всякие булочки, сырные палочки и тому подобное. Но если ты хочешь увидеть следующую серию Back to School, обязательно ставь пальчик вверх, и как только мы наберем 10 тысяч лайков, а мы сможем это сделать, я выставлю следующую серию этих видео, поэтому ты знаешь, что делать. Ну и по секрету скажу, что больше рецептов, секретов по уходу за собой и вдохновение ждет тебя в моем инстаграме. Кстати, я там часто провожу разные конкурсы и общаюсь с вами. Ну и как приятный бонус, я там показываю все, что я кушаю, поэтому если ты еще не в нашей инста-семье, то обязательно присоединяйся. Ну а мы начинаем, и бери скорее стакан воды. Поехали! Первый день учебы я предлагаю приготовить тебе, очень вкусное, а главное полезное кокосовое печенье. Для этого нам понадобится шоколад, 4 куриных яйца, 20 грамм кокосовой стружки и ваш любимый сироп, либо же мед. С печеньем на самом деле это не имеет никакой связи, но этот перекус подарит вам чувство сытости на несколько часов. Для начала аккуратно отделяем белок от желтка. Только делаем это очень аккуратно, чтобы ни одна капля желтка не попала к белку. Далее взбиваем белок до образования воздушной массы. В принципе, можно сделать это и венчиком. И следом смешиваем наше облачко с кокосовой стружкой. Теперь приходит звездный час меда. Как я уже и сказала, вместо него можно использовать любой сироп. Главное, чтобы он был липкой текстуры. Добавляю столовую ложку меда в наше так называемое тесто и перемешиваю. Далее застилаю противень бумагой для выпечки и формирую наши печеньки. Чтобы печеньки легко можно было отклеить от противня, предварительно смажьте его небольшим количеством масла. И отправляю их в духовку на 10 минут при 170 градусах. Пока наши печеньки готовятся, я делаю паровую баню и растапливаю шоколад. В конце я поливаю им наши печеньки. И вуаля! Вкусный, а главное полезный перекус для тебя и твоих друзей готов! По вкусу они очень напоминают конфетки Баунти, только в 10 раз менее калорийные и без вредных добавок. Перекус на вторник посвящается всем, кто любит поспать подольше, но в то же время хочет вкусно перекусить. Все, что нам понадобится, это наши любимые овощи. Я, например, выбрала морковь и сельдерей, так как в них очень много витаминов, а также листья салата. И второй компонент – это классический йогурт. Я взяла с протеином, так как он продлевает чувство сытости на несколько часов. Ну и, конечно, нам понадобится любимый судочек для еды. Просто нарезаем овощи на удобные стики и затем кладем в контейнер, чтобы нам было удобно их брать. Далее берем наш йогурт и аккуратно выкладываем его в другой отсек. Та-да! Витаминный бум для твоего мозга гарантирован. Огромный плюс, что такого перекуса хватит на большую компанию, так что можно угостить друзей. Кстати, обязательно напиши в комментариях, перекус на какой день тебе понравится больше всего. Такой же вариант можно сделать и для сладкоежек, просто заменив овощи на свои любимые ягоды, фрукты и орешки.
Я, например, взяла голубику и кокос, а следом добавила еще и яблоко, так как оно также способствует насыщению. Красиво нарезаем наши фрукты на небольшие кусочки и выкладываем в контейнер. Чтобы перекус больше напоминал десерт, я посыпала йогурт кокосовой стружкой. Как истинная сладкоежка, хочу сказать, что такой вариант перекуса поможет вам напрочь забыть о всяких конфетах с кучей сахара и поспособствует вашему хорошему настроению. Проверено на личном опыте. В четверг предлагаю тебе вкусным способом очистить свой организм от всяких шлаков и ненужных бактерий. Для этого нам понадобится всего лишь 3 ингредиента, среди которых сельдерей, банан и стакан воды. Ну и как же тут без моего верного друга блендера? Не знаю, что бы я без него делала. Просто смешиваем все компоненты и взбиваем на максимальной скорости. Честно признаюсь, я не любила смузи, пока не попробовала этот. Его рецепт я нашла в интервью одной известной модели, и, кажется, теперь я понимаю главный секрет ее красивой фигуры. Сельдерей эффективно сжигает жировые отложения, а банан подарит вам чувство сытости. Ну и будет служить натуральным подсластителем, так что смузи получается очень вкусным без добавления сахара. Ну и помимо всех приятных бонусов вашему организму и коже, такой перекус очень удобно брать с собой. А для пятницы я подготовила, ну, очень вкусный аналог всем батончикам, в которых обычно 70% от состава – это обычный сахар и вредные добавки. Для приготовления нам понадобится мед, ваши любимые орешки и сухофрукты, овсяные хлопья и стакан воды. Для начала в одной емкости просто смешиваем овсянку с орешками. Следом на паровой бане я делаю такого рода медовый сироп. Просто смешиваю столовую ложку меда с водой до образования однородной жидкости. А потом заливаю все это дело к нашим хлопьям, чтобы они стали более клейкими. Теперь дело за малым. Выкладываем все на противень одним сплошным слоем и отправляем в духовку на 20-30 минут при 180 градусах до образования слегка золотистой корочки. После приготовления нарезаем все на батончики и все готово. Вкусный и полезный аналог сахара и вредным добавкам гарантирован. Кстати, странный факт обо мне, но когда я боюсь порезаться, я непроизвольно оттопыриваю мизинец. Да. Такие батончики точно помогут тебе быть самым продуктивным и просто будут поднимать настроение на протяжении учебного дня. Что ж, это были мои любимые перекусы в школу. Надеюсь, что они спасут тебя во время учебы. Обязательно отмечайте меня в Инстаграме, когда будете готовить что-то из этого. Я буду добавлять вас в свои сторис, лайкать и комментировать. Ну и, конечно же, я надеюсь, ты уже присоединился в нашу семью и поддержал меня своим пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. Ну а я вас безумно люблю, целую и увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока.